Момент. Я уже посмотрела вот этот буклет, рекламку от магазина Fresh 25. Я так понимаю, что первым делом это их торговая марка. И здесь везде нарисованы осенние листочки, рябина. И меня это так подкупает, потому что мое любимое... Вот тут осенний ценопад, а я народилась в месяце листопаде. Вот, и, кстати, я очень ревностно относилась к тому, когда Юлия Тимошенко стала называть листопад листопадом. И я прямо, все, для меня это листопад, и хоть ты тресни, мне совершенно не нравится звучание листопад. Для меня это листопад, как хотите. Вот, и, значит, везде здесь листья эти осенние, и меня это так подкупает, потому что осень – это мое любимое время года. И я обожаю эти желтые листья вокруг под ногами, этот листопад, я так это все дело обожаю. И я понимаю, что сейчас осень, и везде... Много где, во всяком случае, будут на буклетах этот листопад, будет листопад на каких-то магазинах, на каких-то картинках, еще где-то. Но меня это подкупает, мне настолько нравится это оформление. Обалденно. Ну, кура, конечно, вот... Так, как это, як жиночка такая спрятала. Видите, такая... Такая держит себя за бочка, ножки такая вместе. Прикольно так. Не знаю. Сосиски приморские традиции, Надежда 95. Странное название. Написано, что они уже вареные. Типа так должно быть. Должны быть вареные уже сразу. Тут у них, кстати, у них там еще готовят пиццу. Пиццу, всякие десерты, то есть у них там кафешка есть внутри. Блин, я так соскучилась по человеческим супермаркетам, в которых есть кулинария, в которых есть кафе внутри. Мне это вот чем-то напомнило Ашан. Вот, кстати, да, вот этот Fresh 25 полная копия нашего Ашана. Серьезно.